Чесночок, зерна черного горошка, измельчила ступки с добавлением морской соли, нарезала лук зеленый, то есть молодый. Сюда добавила соль, чеснок и перчик, и все так еще раз переминаю. В лук пустил свой сок. Буду сейчас мариновать мясо. Нема у меня сливок, нема у меня сметаны, нема у меня сливочного масла. Значит, что я сейчас сделаю? Добавлю. Ой, как пахнет. Капец, прям шашлыками пахнет. Значит, добавлю сейчас сюда растительное масло. Шашлыки можно не готовые, просто сырое мясо поесть. С такой заправкой и все. И зачем вам еще майза с этими шашлыками? Мужчины и женщины, возьмите до уваги, может, мой рецепт вам подойдет. Так, и значит, сейчас постоит, ну, буквально там минут 10-15, пока я сейчас отвлечусь на другую работу. Запахи, ароматы возьме масло растительное, вот именно от лука, от чесночка, от всего хорошего и вкусного. И сюда мы бросим мясо. Ладно, не будем мы кушать лук с сырым мясом. Все-таки мы замаринуем. Мясо мы маринуем. А ну, дивимся, что это вам не напоминает. Или напоминает. Догадались? Конечно, догадались. О, балычок, який хорошенький. Який хорошенький балычок. А такий балычок тільки у наших кроликов. Маринуем кролика. Помните с этим всем ароматом пряности и отправляется в холодильник. Можно на ночь. У нас он где-то на часа два. На часа два в холодильничек и будем запекать. Всех делов. Мяско приготовилось. Сейчас глянем. Какие сочные. Сочное мяско вкусненькое. Мясо кролика то, что надо. Вот и всех делов. Приготовили. И можно кушать.
Так що, дорогі мої, вирощуйте кроліків, кушайте натуральний продукт лично з собственного хозяйства. І нікому не вірте, що чиїсь кроліки вкусніші. Самі вкусні кроліки, ті, що ви виростите. Всім всього доброго, пока-пока.